Делали. Дальше. Сказали exception. Групп, формирующих группу студентов. Причем ввода этих параметров в консоли. Студенты сохраняются в массив, размер которого указывается при создании группы. По окончании заполнения. Состав группы, то есть что вам нужно сделать. У вас еще к студенту нужно создать класс группы. Группы должен быть конструктор. Методы добавления студента в группу, удаления студента из группы. И должен быть метод fillGroup, ну, заполнить группу. Что делает этот метод? Этот метод вызывает метод создать студента с консоли. Мы с вами делали похожий метод только для human. Этот метод можно расположить в студенте, можно расположить в группе, как хотите. Ну, наверное, лучше студенте, то есть сделать там статический метод, который будет просить ввести имя студента, возраст студента, потом вызовет конструктор и вернет вам объект студента. Когда вы получите студента, добавляете его в массив и просите ввести следующего студента. Создаете класс с методом main, в методе main создаете группу, вызываете конструктор класса групп и конструктор название группы, которое вы и размер массива, который вы в конструкторе создаете. Потом на получившемся объекте групп вызываете field. Введите студент, вводите массив, и когда все полностью заполните массив, распечатывайте состав группы. Какие будут вопросы? Что делать? Как эксепшены создавать, разобрали, классывать, их обрабатывать. То есть вам останется только классы по-другому назвать и массив добавить. По сути все. Все остальные у вас кусочки есть. Тима, у меня связь немножко плохая, не услышала. А что с хэшом делать? Ну,
с хэш-кодом пока ничего не делаете. Давайте, знаете, что сделаем, чтобы не просто так мы equals переопределяли. Чтобы перед тем, как добавлять студентов в массив, проверить, а нет ли там уже таких студентов. То есть должен быть еще метод проверки. Вы этому методу даете студента, которого вам ввел пользователь. Этот метод перебирает все элементы в массиве и смотрит, нет ли там уже такого студента. Если там такой студент есть, то вы не добавляете его в массив, а просите ввести студента опять. Это будет задача для equals, то есть сравнивать через equals будете студентов, а хэш-код всегда переопределяется вместе с equals. Понятно? Спасибо.